Дорогие друзья, коллеги, соратники. Моя любимая аудитория Первого медицинского канала. Те, кто помогает нашим пациентам, все, кто помнит о своем долге. Мы поняли, что можно в этих даже сложных условиях достаточно интересно жить. Дискуссии, конгрессы, конференции, круглые столы. Мы смогли по-новому отнестись к медицинскому образованию. Много новых программ, будут новые лица на канале. Больше хороших новостей. Давайте в 2022 году вернемся к прежней нормальной жизни. Желаю всем нам развиваться и помогать людям. Хотелось бы, чтобы у вас все хорошо было в семьях. Успехов в вашей практической деятельности. С Новым годом! Дорогие друзья, и в следующем году будьте здоровы, будьте счастливы, будьте энергичны, так же, как амурский тигр.